Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Бравл Старс. Зайдем в магазин и возьмем, что нам предлагают бесплатно. Так, а что? 5 энергии для Эль Прима. Отлично. Так, что у нас тут продается? Тут о-хо-хоу. Да, это, конечно, прикольно, ребята, вот получить вот этого кактусенка, но вы сами видите, сколько он стоит. Мне пока этого не дано. Ё-моё, новые скины на, смотри-ка, ребята, на Пенни, зайчик у нас тут. Смотрите-ка, магазин, кстати, обновился, я так понимаю, совсем по-другому выглядит дизайн магазина, отлично. Ладно, ребят, давайте начнем потихонечку. Так, новое событие. Через 18 часов закончится, то есть защитники хранилища. Роборубка, мы с вами, по-моему, уже играли, да, в такое. Но для начала мне нужно размяться, потому что давно я в нее не играл, ребята. Вы мне просили сделать серию, поэтому, ребята, будем вспоминать свои навыки, которых и так не было. Давайте посмотрим, что у нас тут сейчас получится. Найдено игроков 6 из 6. Вспомнить бы сейчас все на самом деле. Так, у нас уровень просто с кристаллами, да? Выигрывает тот, кто больше заберет. Так, вспоминаем все, что у нас тут делается. Воу-воу-воу, вот именно воу-воу-воу. Так, я уже, я, ребята, уже запутался. Что, как, где и почему. Так, давай-ка попробуем. Тут у нас джин, да, я смотрю, ребят. Минус один. Отлично, изи, вот тебе и изи. Давай вот этого. Ну что ты там прячешься? Выходи давай сюда. Дыкается он у нас. А ну попробуем, ребят. Получилось, нет? А, у меня забомбили. Ну, по-моему, я тоже кого-то там, нет, не накрыл. Ладно, погнали. Ребят, мы пока проигрываем с вами, да? То есть у нас всего 2 кристалла, а у них уже 4 штуки. Не-не-не-не-не, надо отходить. Отходить, ребята, от этого залпа. Так, у меня очень мало здоровья, нужно спрятаться. Слушай, а что это вот такое, ребят? А что? Подожди, я не понял, что... А, это подбрасывает нас. Извините, ребят, я не знал. Поэтому мы опять же с вами проигрываем. Мы проигрываем. Красная команда, уже пошел отсчет, ребят. А где все-то? Так, давай забирать. Забираем, забираем, ребят. Нет, не тут-то было, парнишка. Вау. Тихо. Давай попробуем, ребята, вот так вот бомбануть. Черт, я потерял все кристаллы. Давай, давай, Бул, забирай все. У них уже 9. Уже пошел отсчет обратный. Ё-моё, ребят, мы можем здесь проиграть. Вон то... Вау, забрал, забрал, отлично. Давай, сматывайся. Да куда ж ты? Есть, джина подбили. Давай, прикроемся. Так, ну, будет первая победа за нами должна быть, ребята, в обязательном порядке. Мы не можем здесь проиграть. Е-е-е-е-е-е. Ну что, я думаю, для начала неплохо. Конечно, я тут очень паршивенько сыграл. А что это за новый юнит? Я такого не видел, ребята. Знаете, мне напоминает это зомби против растений. Помните, там был такой цветочек? Вот почему-то мне вот скин напоминает именно его. Да, ребята, и Бронк. Брок у меня переходит на 9 ранг. Отлично. Ну что, давайте, наверное, попробуем теперь другой замесик, я думаю, да? Кстати, мы можем открыть с вами ящичек. Давайте посмотрим, что выпадет. Да ладно. Роза редкий. Четвертый из 4 бойцов. Это боксерша Ботани, крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Ее супер оплетает ее прочной и 100% веганской броней. Как-то немножко перевели, немножко неправильно, да? То есть, короче, у нее супер броня, и я так понимаю, это ближник типа нашего Эль Прима. Естественно, ребята, я хочу посмотреть на нее, что она вообще из себя представляет. Вот она. Она редкая, да? То есть не эпик, не легенда, а редкая. Ну что, ребята, она у меня первого уровня, понимаете, да, сами? Многого от нее ожидать не стоит, но я хочу посмотреть, что она из себя вообще представляет. Так что, ребятулечки, не обессудьте, если я сейчас буду жестко здесь тупить. Потому что боец за меня новый, и я не знаю, как ей играть, что она вообще может делать. Так, посмотрим. Да, ребята, она что-то типа ближника, но у нее такой довольно неплохой. Угу. Так, секунду.
Не могу врубиться, если честно. Она ближник или дальник? Ну-ка, Брок, иди отсюда. Ну, она слабенькая у меня еще пока, ребят. Вы понимаете, она не прокачанная, не шиша. Так что многого ожидать от нее и не стоит. Так, я пока здесь подхилюсь. Но здоровья у нее достаточно, если честно. Так, он кого-то бомбит. Там что ли кто-то был? Оу-оу-оу-оу, бочка. Ребята, бочка была. Брок там бомбит. Вот, расстреливайте эту. Брок, ты достал. Динамайк, вали отсюда. Зря я туда сунулся, ребята. Да, забомбили. Слушай, ну у нас ноль. Ребята, ноль этих кристаллов. У них, извините, уже 8. Брок, что ж ты так слабенько-то, а? Вон были у них, ребята, кристаллы. Не успели мы маленечко, да? Так, отходим. Отлично, минус один. Дай-ка я вот здесь устану. Я спрячусь, ребята. Буду здесь стоять сейчас. Вон, кристаллы. Забираем, ребята. Есть, подбили. Отлично, забираем все это. Забрал на свою голову, рискнул своей житухой. Ах, черт, у них отсчет, ребята, пошел обратный. Кстати, я суперудар-то совсем забыл. А что она делает? Я сейчас не понял, что мы сейчас сделали. У нас 8 кристаллов, у них 6. Ребята, я стою, я жду здесь. Пора, наверное, уходить. Я так понимаю, это броня какая-то, да, была? Судя по всему. Вон они, гемы. Так, у нас, да, ребята, у нас идет обратный отчет, сматываемся. Блин, я потерял. И он потерял, да? 8 на 8 у нас гемов. Давай, она там что-то орет, давай. Даю. Пытаюсь дать. Подбили. Да чтоб тебя. Ну, мы проигрываем, ребята, проигрываем. Черт подери. Нет, эту катку мы не выкатим, ребята. Потому что я, на самом деле, ну, для меня персонаж новый. Я так и не понял, что у нее за суперудар. Видел, что вокруг ее образуется какое-то поле. Вот. Давай выйдем и попробуем, ребята, еще сыграть. Вот, короче, она вот в такую броню, по ходу дела, облачается. Но что она делает? То ли защищает ее, то ли еще... Один раз всего лишь, ребята, у меня получилось использовать ульту. Ну, в этой куче я даже, честно говоря, не посмотрел. Не обратил внимания. Поехали. И не забывайте, что она у меня, ну, не прокачанная. Так, ворон, да, там? Или кто там? Нет, там... Это кто такой? Это что за персонаж, ребят? С бейсбольной битой. Это что-то новенькое. Такого я не помню, ребят. Так, подбили мы ее, да? Динамайк тут буянит у нас. Кстати, его нужно наказать, по-моему. Наказал тоже, блин, мне. Давай посмотрим, что это такое, ребят. Ага, вот, мы облатились. Все, я теперь понял. Мы приобретаем с вами дополнительную броню. Вот. Слушайте, ну это как-то не особо хорошо для меня. На самом деле, если так посудить. Дай-ка я гемы заберу вот эти вот. Воу, это что такое? Что это сейчас за шарик такой пролетел? Слушай, ну вот это вот... Чувачок-то с битой крепкий, я смотрю. Так, у нас 5 гемов, да? У них 2 гема. Уже 4. Брок. Подбил я Брока. Блин, и меня подбили. Эй, гемы. Вот это мы лопухнулись, ребятулечки. Вот это мы сейчас лопухнулись в данный момент. Так, вон того я сейчас попробую поджарить. Мне должно получиться. Но. Куда ты сматываешься? Отлично. Попробуем, ребята, с супер броней походить, полазить, попрыгать, побегать. Так, ну что, мы с вами ведем пока. Отходим. Динамайк, ты достал, я тебя сейчас нахлобучу. Только сунься сюда. Да, ребята. Получилось все отлично. В общем, я разобрался, ребята, в ульте вот этой вот девочки. То есть она приобретает шар, который нас защищает. То есть это как дополнительная броня. Ну, я хочу ее повысить по рангу, поэтому с вашего, ребят, позволения мы сыграем немножко в другой режим. Не захват кристаллов уже, а, например, ограбление. Да? Ограбление это у нас что получается? Мы должны забомбить, по-моему, вражеский сейф. Ну, я думаю, что этот персонаж здесь не очень хорошо там пригодится мне. Мне здесь нужен дальняк какой-нибудь, который бомбит. Эй, Пенни!
Я уже думал, она уснула там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Не надо тут буянить. Так, погнали, попробуем. Эль Прима, отвали. Так, отлично, ребят, пошли бомбить сейф в Пенни. Так, Эль Прима. Зачем я сюда вышел, ребят? Зачем? Вот в эту кучу. Так, 78% и 79%. На самом деле, действительно, этот персонаж здесь, ну, вообще не актуален. Так, я подбил, отлично, погнали. Попробуем сейчас, ребята, сейф как-нибудь быстрее нахлобучить. Не знаю, что у нас из этого получится, но будем пытаться. Слушай, ну, по-моему, эта девчонка на самом деле сильнее будет, чем Эль Прима. Так, давай, бомбить. Конечно, нам нужно, ребята, бомбить сейф. Пенни тут раздухарилась. Так, Эль Прима. Не тут-то было. 38, ребята, процентов осталось здоровья у вражеского сейфа. Давай, Пенни, зажимаем. Отлично. Я пытаюсь, как могу. Подбили. 29%. Надеюсь, мои ребята смогут пробиться туда и все-таки завершить это дело начатое. Так, тихо, здесь я вижу. Не тут-то было, парень. Погнали. Ребята, 23% я должен забомбить. Попытаться, по крайней мере. Ну, давай, помогай. Есть. Фух, ну что же, победа за нами. И довольно неплохо мы с вами здесь сыграли, я считаю. Команда очень хорошая у меня попалась, так что... Есть, наконец-то, ребята, я перешел на второй ранг этой девочкой. И давайте, наверное, мы что-нибудь другое посмотрим. Так, хватит мне, нет? Не хватает, ребята. О, вскрываем. Вскрываем и смотрим. 54 монеты. На Була 11 энергии. На Пока 12. Так, чуть-чуть не хватает, да? 5. И на Брока 15. Так, и удвоитель жетонов. Вот это, ребята, классно. Удвоитель жетонов я вообще обожаю. Так, ну что же. Давай попробуем, наверное, сыграть теперь. Кстати, у нас же есть вот. Подожди, осада. Осада, механический матч. Новое событие через 28 минут. То есть оно будет, да, еще. Потасовка в Ракуоле. Нет, я хочу, ребята, зайти в мясорубку и посмотреть, что у нас тут происходит. Подожди, что такое? Играть, конечно же, да. Я трачу жетончик, билетик свой. И давайте смотреть, что у нас тут. Это не там ли, где мы должны с вами против роботов, да? Мы должны защищать вот этот сейф от роботов. Ведь так или не так? Наверное, неподходящего я взял героя для этого матча. Вон они идут. Так, идет, охламон. Минус один, так, ладно. А что у тебя так, Брок, мало здоровья? Кто тебя подбил-то тут? Наверное, тут надо было брать все-таки дальников, да? Третья волна. Понял. Так, молодец. Динамайк, молодец, красава. Так, подбил. Отойди, отвали. Упырь. Так, бомбят уже сейф нам. Брок, ты где гуляешь, ё-моё? Давай, ребята, попробуем. Я думал, что у меня есть броня. Вот дурень. Возвращение через 5 секунд. Ну давай, быстрее. Ведь бомбит же, гадёныш. Алло. Что это за аля? Так. Нет, действительно, этот персонаж здесь не актуален, ребят. Здесь нужен именно дальнобойный юнит, который может стрелять, потому что... Что такое? Приближается большой робот? Где этот большой робот, ребят? Где он? Покажите мне его, пожалуйста. Понял я все понял, вот он идет. Так, дай-ка я попробую вот так вот. Через броню, ребята, его подбить. Он увязался за мной, отлично, в принципе-то. Вот то, что, конечно, бомбит по мне, это не отлично. Динамайк, ё-моё. Смотрите, еще какой-то новый робот там идет маленький. Ё-моё, что ты делаешь?
Роботы! Динамо, где Брок наш? Где бродит Брок? Я не пойму, почему мы только вдвоем здесь бомбим. В чем проблема-то? Брок подошел. Вовремя, ё-моё. У нас очень, ребята, мало с вами здоровья. Проиграли. Мы, по ходу дела, проиграли здесь. Да. Время выживания 2 минуты 2 секунды. Этого, я думаю, мало. Так. И, я так понимаю, жетон. Жетон нам не дали, да? Потому что мы, видимо, мало с вами здесь пожили. Жаль, конечно. Но, по крайней мере, ребят, я посмотрел, что такое мясорубка. И, конечно же, хочу посмотреть вот этот вот механический матч. Вы, наверное, скажете: Рэй, что ты взял этого персонажа непрокачанного и играешь им? Ребят, ну хочу просто его понять получше, как им играть. А тут что у нас? А, я вспомнил. Я вспомнил, ребята. По-моему, да, это тот уровень, где на нас тоже будут сейчас идти роботы, и мы... А, нет. Нет. Здесь не про роботов. Здесь мы должны с вами собирать болты, и роботы будут выходить, бомбить вражескую башню, да? Пенни, иди сюда. Твою ж маковку. Защищайтесь от осадного робота третьего уровня. Где он? Где этот робот? Вот он. Ребят, нужно его бомбить. Обязательно бомбить. Потому что он будет вот нашу базу эту бомбашить. Ну! Отлично. Завалили мы его. Там кто у нас? Что там? За Петрушка там прятался в кустах. Смотрите, Брок. Куда он там прыганул-то? А, он якобы типа прыгнул. Но на самом деле нифига, да? Так, у нас всего лишь 3, я смотрю. Болтика или гаечки? Тут что? Болтика, да? А этот стоит на точке фарма. Этих болтиков, смотрю. Ладно, гаденыш. Опять, они уже еще одного, ребята, вызвали робота. Короче, я буду переключаться на другого персонажа. Это все, конечно, хорошо, но для прокачки он здесь, ребят, вообще не нужен. Все, мы проиграли. Ничего не поделаешь, ребята. И по большому счету, может быть, даже из-за того, что я просто нубил, тупил здесь по-черному, грубо говоря. Дайте я возьму другого персонажа. А кого здесь лучше взять? Так, у нас, кстати, накопился сундучок. Давайте возьмем, наверное... Кого лучше взять здесь? Эль Прима или же Джесси? Давайте я, наверное, возьму все-таки Джесси. Буду выбирать ее. Давайте посмотрим, что нам выпадет здесь. Так, монетки. Роза. Так, 5 энергии на нее выпало. Так, на Кольта выпадает 8. Все. Ну что же, поехали. Вводим сейчас... исправлять нашу ошибку. Фух, вспомнить бы теперь, как за нее играть, если честно. Давненько не играл. Поэтому, ребят, теряюсь очень сильно здесь. Где-то здесь вон болтик первый. Первый болтик. Мы не заработали Эль Прима. С Эль Прима, конечно, тут шутить, ребята, совсем не айс. Так, взяли, молодец. Роза Малорик. Да что такое-то, а? Так, давайте-ка мы, знаете что, сюда вот поставим пушку, наверное. Отлично, подбили. Робот. Идет, ребята, робот здесь. Естественно, нам нужно защищать нашу базу от него. Что-то у нас как-то все это хреновенько получается, на самом деле. Этот уровень что-то мне как-то не дается пока. Так, там моргает, ребята, для того, чтобы... Воу. Да чтоб тебя, блин, Эль Прима стырил, блин. А тут все... Где мои-то все, ребята? Я не могу понять. Чё нас так быстро тут разбирают? Ё-моё. Чё за дела-то? Сейчас еще будет робот идти, да? У нас всего лишь один, ребята, болтик. Ё-моё. Куда он там прыгает? Так, Эль Прима, ты не припухли там, а? Два болта. А сколько нужно болтов собрать, чтобы, ребята, нам запустить нашего робота? 5? Или сколько? Я вот, честно говоря, не помню. Очень-очень паршиво мы тут с вами играем. Паршивее просто, ну, некуда.
Ладно. Забрали. Давай заберем, попробуем. Я забрал, отобрал. Так, еще один, ребята. Болтик. Так, вон он, еще один, ребят, болт. Черт, по-моему, нам сейчас хана приснится, нет? Так, робот пошел. Так, ну нам нужно защищать, ребята, свою базу. Проигрываем, да? Да, ребят, проигрываем, потому что у нас, сами видите, сколько, 5% здоровья всего лишь от базы. И сколько у них. Хотя, есть шанс. Есть, ребята. Просто вырвали победу зубами. Тут по-другому не назвать. Робот все-таки их наказал всех. Отлично, ребята. Да. Я помню, как я в эту игруху залипал раньше. Довольно круто. А сейчас такое ощущение, что я просто заново в нее играю. Как будто я до этого вообще в нее не играл ни разу. Так, ну что же. Давайте попробуем сейчас с вами сыграть, наверное, за Эль Прима. Давно я за этого бойца славного не играл. И выберем, наверное, с вами... Нет, ну в столкновении, насколько я помню, ребята, нужно брать Була. Верно ведь? Давай тогда попробуем взять Була здесь и поиграть в столкновение. Мне нужен этот, ребята, жетончик. Парная, давай одиночная. Или лучше парная, нет, одиночная. Так, найден игроков. Нужно 10, все, ребята, команда собрата у нас. И давайте выступать, двигаться в бой. Так, каждый сам за себя, да-да-да, это я помню. Каждый сам за себя. Так, ну что же, нам нужно здесь как можно быстрее набрать бонусов. Так, молодец, молодец, бомби. Ну что ты не добомбил-то, парень? Я на тебя рассчитывал. А он почему-то не стал. Эх, перезарядка. Как же ты долго перезаряжаешься, а? Бул. Долго на самом деле. Так, что у нас тут творится? Давайте посмотрим, ребят. Так, этот прячется тут у нас, да? Миньон, блин. Ну? Да я его подобью. Да почему ж так долго? Все, спасибо тебе большое. Так, тут у нас кто? Ага. Так, прячемся, ребят. Тут ворон. Ворон нас отравляет, да? Прыгает и издевается над нами. Так, а тут-то что у нас тут? Эбола. Эбобла. Ебобла. Воу, щет! Вот это я, ребята, лопухнулся. Зачем я это сделал? Надо было стоять на грибках и отхиливался бы потихонечку. Ну ладно, я, ребят, проиграл. Это когда оставалось 4 бойца. Выходим. Печалька. 3 кубка я всего лишь заработал. Так, ладно. Ничего, ребят, не поделаешь. Ну, тупанул на самом деле. Здесь по-другому не назвать. Так, что у нас тут? Потасовка ракули. Ну, самый любимый, конечно, у меня это, ребята, вот захват кристаллов. Давайте, наверное, сыграем здесь. Но буду я играть уже на этот раз. Где мой любимый робот? Ну, как любимый, один из любимчиков. Так, вот он. 9 ранга он. Поехали. Поехали, ребята. Будем захватывать кристаллики. Наверное, это будет у нас последний на сегодня поединочек. Это, ребята, разминка, еще раз повторяю. Так что не обессудьте, можете критиковать. Но давно не играл, поэтому ручки еще не все помнят, как нужно играть. Так, тихо. Прыгнул он мне здесь. Кстати, у него тоже ребята здесь, да? Этот роботек есть. Нита, иди отсюда. Давай, ребят, вот тут попробуем. Ноу. Нет, подбил гаденыш все-таки, а. В задницу выстрелил своей чертовой ракетой. Я смотрю, Барли любят многие брать. Вы заметили? Так. Зачем я так сейчас сделал? Для чего? Скажет, что я потратил ульту вообще в никуда. Да, не хватает добить. Тут такая кипишня. Воу-воу-воу-воу, смотри, ребята, они... Они, ребята, ведут, у них 8 гемов. 8 гемов. Давай так попробуем.
Твою же маковку. 7, они обратно их вернули себе. Потому что там никого нет на прикрытии, понимаете, в чем дело, ребят? Просто никого. Давай попробуем, но это бесполезняк. Здесь у них нету, они будут бегать, как мы. Вон, потеряли они гемы. Но, естественно, успели их обратно забрать. Сейчас главное выловить того чувачка, который у нас имеет самое большое количество гемов. Надо его найти, где он? Это не Нита, это кто у нас? Не могу пока понять, я не вижу, ребята, у кого. А, вон, у... Так, у нас теперь, да, гемы? Барли, уйди, пожалуйста, оттуда. Не подставляйся, я уже как-нибудь тебя попробую прикрыть здесь. Воу-воу, ульта. И я попался. Вообще что-то разучился играть, серьезно, ребят, говорю. Но победа, молодец, молодец. Вообще-то они оба молодцы. Слушай, смотрите-ка, он неплохо довольно играет. И отлично у него все получается. Ну, а я тут сыграл хуже некуда. Ну что, попробуем, наверное, ребят, добить 10-й ранг ему. Давайте попробуем еще партию сыграть. Слушайте, прежде чем надо было играть, мне надо было, наверное, размяться, да, где-то за кадром, чтобы хоть как-то это... У меня уже пальцы окоченели, елки-палки, в квартире дубак, отопления нету, на улице дождь, слякоть. Так, ладно, погнали, не будем отвлекаться. Ну, блин, команду-то тут нам сунули, а? Так. Ну, вот это вот мне нравится, ребята, что сейчас много чего здесь превознесли новенького, да? То, что вот эти вот всякие есть трамплинчики, где можно попрыгать, да? Отлично, подбили. Так, это с картами Тора здесь бегает. Так, у них 4 гема. Ребята, вот что я могу сказать. Блин, Пенни чуть меня не подбила, ребят. Давай здесь поставим. Да берите вы гемы. Отлично, подбили, молодцы. Ну-ка, дай-ка я эту с картами накажу. Отлично. Так, 3 гема у нас, 4 гема у них. Отходим. Булта, смотри, прям как боевик, ё-моё. Вперед, только вперед, да? Хорош там. Ё-моё, ребята, отходим. Так, 2 гема я заберу. Подбили, молодец. Барли знает свое дело. На 100%. Так, там пушка, да, стоит? Я понял. Все, пушки больше нету. Ой-ой-ой, с картами, ребята, с картами. Берите гемы, быстрее, собирайте. Ух, отлично, но все равно они пока ведут. Мы с вами отстаем маленечко. Ага, отлично, нам еще нужно, ребята, с вами 2 гема добить. И будет тогда победа за нами. Попробуем, постараемся. Ну-ка, ульту. Попались, отлично. Отходим. Сколько нам еще? До сих пор 2 этих гема надо. Давай. Пробили ее. Отлично, ребята, отлично. Уйди отсюда, примач. Будет еще тут выеживаться нам. Так. Ждем, ребята, ждем. Вон они. Они, естественно, сейчас будут на нас идти, но, как видите, победа, ребят, за нами здесь. Слушайте, я считаю, неплохо сегодня мы поиграли. Очень хорошо, я немножечко, ребята, вспомнил. Не скажу, что освоился, но Рика я поздравляю с 10-м рангом. Отлично, а что это такое, ребят, вот это за значок, соточка? Что это значит? Никто не знает? Я тоже не помню. Точнее, не знаю. Это какое-то нововведение. Так, открываем с вами. Вау, что же это такое-то? Звездные очки нужны, чтобы покупать эксклюзивные предметы в магазине. Их можно получить в награду в конце сезона за повышение ранга бойца. Даже вот так вот. За повышение ранга бойца. А почему-то раньше такого, ребята, не было. Это что-то... Ну давай зайдем в магазин, посмотрим, где хоть такое вообще есть. Что это за звездочки такие? Вот они, ребята, звездочки. Оу, 2500 это скин у нас, да, на Булл. Понятно. И также бандит Кольт, звездный скин. И все, да? Больше я ничего не могу, ребята, купить. Ну, вот только хватает на бандита Кольта у нас, да? А полузащитник Булл? Нет, тут нужно 2500. Ресурсы, скины и звездный магазин. Ну что ж, дорогие мои друзья,
на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, а мы увидимся с вами в новых, следующих, свеженьких сериях. Всем пока и до скорого.